Стрекозы – уникальные создания. Они могут летать взад, вперед и даже в бок. У них уникальное строение глаз, позволяет им четко фиксироваться на конкретной добыче, даже если это одна мошка из целой стаи. Челюсти невероятно острые, они буквально разрывают добычу с их помощью. Но укусить человека они не способны. Пыльцеед дагестанский – один из самых многочисленных в России вредителей в южной полосе лесостепной зоны. Жуки-пыльцееды появляются массово на различных цветах. Жуки, как вредители, не имеют значения, но личинки, живущие в почве, являются
одним из основных почвенных вредителей.